Вот это вот первый дом. Самана, где батюшка жил, зимовал. И у него в то время был 6-летний наш племянник Ося. Иосиф Устинов. Он так сохранился. Это вот в прошлом году бетонные столбы поставили. Провели высокое напряжение. Учительница Барабаши Игорю. Что дешевле. От них уже любой. А здесь пруд. За этими. И вот сейчас приехал уже Ося. Вот ему уже 29 лет. 25-й год нашему поселению. Вот и как приходится. Пожалуйста. Это напротив как раз Глушковых. Вот они где. Трава нынче хорошая. Вот. Какая спина мокрая всегда будет здесь. Это очень полезно для человека. А раньше так человек и жил. Работал. Хорошая трава. Ищем будет скотину кормить. А дома убрать. Сегодня, если я не ошибаюсь, наверное, сегодня 28-е? По-моему, да. 27-е? По-моему, да, я не помню. Может быть. Июня 2015 года. Я поехал на поле, там у нас огород, все там находятся. Вот. Так Глушковы когда-то дети нарушали порядок по наущению матери без платочков. В деревне бегали. А детям хочется вот, ну у них дом-то вот рядом, а это в деревне уже находится. Так называемый мамрийский дуб. Мы раньше его огораживали. И Евангелие всегда там лежало. Вода с холодной, ведро с холодной водой. И что-нибудь поесть, кто поедет мимо, чтобы мог остановиться. И вот, чтобы детям не было нарушения, то они качаются. Я пошел, уговорил батюшку, старосту, этот участок прилепить к ним, как бы провести это законодательно. Мы огородили его и к их дому, что они не хотят платочки носить, мать натравливает их, и охота качаться. Чтобы они могли качаться и в то же время ничего не нарушая. И это они выходят, и, ну, за оградку уже не выходить. Но им показалось это мало, ну, наущение матери. И поэтому кончилось ничем. 7 ребятишек она развелась и переехала в соседнюю деревню. А дети-то приходят в возраст сейчас, и прямо уже разговоры ведут о том, что куда ты мать нас завела. Веру православную потеряли к сектантам. У нас был самый негодный человек здесь, его выпроводили. Он пошел к баптистам. Ну, нарушал заповеди, просто 7-ю заповедь попирал. Достойный смерти человек. У баптистов тоже не пожилось, заметили за ним эту страсть другому полу, других. И сейчас приезжает, выдает себя то ли за какого-то пресвитера, священника, епископа, и ломает им хлеб, а они там едят. То есть полное безумие, совершенное сумасшествие наступило. Из-за чего? Из-за того, что мать натравливала детей против отца. И они поносили, то есть она как бы фиолетовым кругом проклятия окружила всю семью. Но они, приходя в возраст, а старшая дочь сейчас дружит со старообрядцем, готова принять старообрядчество. Ну и все, то есть я боюсь, как бы, если дети все отойдут от матери, она может просто покончить жизнь самоубийством или с ума сойдет. Страшная дерзость в человеке поселилась. Никого не понимает, до визга доходит крик. Ну и все, кончилось ничем. Так и должно было быть. А рядом вот разная тут ветлина растет. Вон сбоку, видать, это мое сооружение балерина. Аббревиатура башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, трехэтажная. На первом склады для разных палаток всего. Вторая, это там бумага, архив газетный. То есть я газеты разные брал. В типографиях у меня получилась газета на газету, переплетенная. Это 13 метров высоты, 970 килограмм. Написано для будущих потомков. То есть надо жить интересно. Да, мы живем один раз, но после нас должно остаться не просто наследили, а след достойный подражания. И Господь усматривает нашу немощь и подает по этой немощи. Как нам должно. Ну что, Бог, помощь тебе, Иосиф. Ухожу. Спаси Христос. Спаси Христос.
Что у тебя? Помощь-то наша какая-то нужна, нет? Нет, пока нет, слава богу. Ну все, тогда отошел.